участников этого финала Дуэйн Чемберс, 36-летний англичанин, всегда серьезный, никогда не улыбается, всегда вот так вот настроен, да, не принимает часто его команда в эстафету, но он показывает, что он на плаву. И вроде бы мы уже списали этого парня, говорим, да ладно, старик, уже пора уходить, а он стал чемпионом мира в залах в 2010 году. Даниэль Бейли, финалист двух чемпионатов мира 2009-2011, Ким Коллинз, чемпион мира 2003 года, и тоже мы списали уж было этого парня, говорили, старик, куда тебе, а он взял бронзу в тегу в 2011 году. И, кстати, очень здорово провел предварительный раунд. Майкл Роджерс. Прекрасный эстафетчик. Серебряная награда на чемпионате мира в Москве в 2013. Юниан Перес, кубинец, и Рушан Абдулкадыров. Вы знаете, тоже мне всячески похвал. Провел предварительный, вроде бы, совсем еще незнакомое имя даже для российской легкой атлетики, 95-го года рождения этот парень. Установил личный рекорд, дерзнул, в забеге. Да, дерзнул. И против кого? Против Кима Коллинза, Дуэйна Чемберса. Ким Коллинз, лидер мирового сезона, представляющий Сент-Китс и Невис. Очень был легок. И вы знаете, в 39 лет, чтобы вот так вот конкурировать с молодой порослью. Ну, смотрим. Третья дорога, Ким Коллинз. Рушан Абдулкадыров готов расслабиться и просто сделать свое дело. Ким Коллинз выигрывает 6:49 по бегущей стране. Ну, если уточнять, это личный рекорд Кима Коллинза. Еще, наверное, в лучшую сторону. Дай бог, будет. Да, дай бог. Наверное, порядка 6:42, да, Сергей? В смысле? Будет. Ну, не 42, 7-8 там. 8, в лучшем случае 8. Не, ну, в любом случае, результат великолепный. Это лучший результат сезона. У него был прежний 6:52 сотых секунды. Я вчера говорил... Личный. Да, да. Кима Коллинза? Да, 6:49. 6:49. Да, да, а да. Сейчас уже 6:48. Нет, уже 6:48, да? Да. То есть это абсолютно личный рекорд. Кстати говоря, Ким Коллинз сказал, что он живет вообще сейчас на Ямайке, а тренируется, я думал, у кого? У своей жены. То есть он совершенно вот со знаменитыми ямайскими спринтерами. Подглядывает на Усейна Болта. И... Жена, видимо, сидит, записывает тренировки. Но на самом деле он говорит, это что... Я так, ну да, правильно, шут. Вот, а он сам сказал, что, в принципе,